Здорово, стратегические жевжики, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы смотрите продолжение партии за Канаду в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности Божество. Настройки карты, что тут такого особенного, об этом я обо всем рассказывал в первой серии, поэтому если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к ней, к первой серии, ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. Ну что ж, продолжаем. У нас тут осталось буквально 7 ходов до средневековья. Ну и очевидно, что мы в темный век. Ну и мне бы хотелось в темный век упасть, потому что потом можно будет в легендарочку. Так, до обычного 5 очков. Вот нам эти 5 очков надо не набрать за 7 ходов. Пока тут, если, ну, тут война идет от стека с Кри. Что за этим? Смотрите, как сгенерировалась карта, интересно. Тут какой-то вообще такой перешеек. И меня радует война ацтека с Кри в том, что ацтек в мою сторону теперь не расселяется. Хотя нет, тут еще место есть. Дальше надо нам самим, наверное, еще поселенцев делать. Сколько будет стоить? 405. А мне просто интересно, успею ли я за 7 ходов накопить 405 веры? Я думаю, что нет. Так что будем веру копить на миссионеров. Я точно возьму устремление, чтобы получать очки за обращение городов. Ванкувер, кстати, уже сам обратился в иудаизм. Ну и на моем континенте надо бы всех обратить. Блин, тут надо, конечно, свалить, а то у меня варвары поубивают, мне кажется. А у нас пока 4 религии, и на моем континенте, по-моему, только Кри. Да, вот Кри основали религию. И православие в 22 городах уже. Но знаете, что меня смущает? А, нет, уже не смущает. Уже тут набиваются. Вот я раньше смотрел, что было православие, но почему-то писатели не накапливаются. А тут уже их, конечно, забирают. Писатели, художники, это ж лавра набивает это все. Так. Чай можно продать. И купить... Нет, наоборот, можно купить чай и шелк. Но у меня сейчас и так дофига счастья в городах, поэтому нет смысла торговать. Хороший вот этот мод на быстрые сделки. Мне нравится. Так, переключимся чисто на производство здесь. Что-то сюда идет город, сюда идет город. Здесь еще. Ну, у меня еще много мест, на самом деле, где можно поставить города, поэтому я и делаю все еще поселенцев. Да, вот это мне и не нравится. Причем это будут тут постоянно создаваться морские юниты. Я бы просто сюда не лез. Зачем мне терять свои? Так, в Оттаве уже жилья не хватает. Переключимся на производство. Ванкуверу пищи. Ну, ему и расти пока некуда. Ну, тут мы поделаем потом. Вообще, надо бы подумать над тем, заранее уже решить, где у нас будут хоккейные катки стоять. Хотя, с другой стороны, мы пока там еще ничего не обрабатываем. Так, здесь фокус не стоит. Вот так сделаем. Здесь явно где-то вот по этой реке надо бы поставить будет. Но я так вижу, вот если еще тут стоит, так еще как минимум 3 города, мне кажется, имеет смысл сделать. Так, есть амбар. Надо расти здесь. Потому что нам надо до 4 дорасти и гавань поставить. Святилище. Знаете, выйдем в темный век, я куплю святилище в Оттаве и сразу начну миссионеров. Ну, хотя бы еще одного миссионера.
покупать. Интересно, буддизм распространился, да? Так, амбар есть. Может и здесь пока поселенцев продолжить тоже делать в Торонто. Ну, блин, тут 20 ходов и теряется житель. Я все-таки, раз мы уже Магнуса на это прокачали, то чисто в Оттаве бы делал. Ладно, давайте тогда торговца. Надо что-то подумать, где нам правительственную площадь ставить. О, можно с Бразилией уже задружиться. И театральные площади надо подумать. Не знаю, делегацию отправлять. Не хочу пока деньги тратить. Да, кстати, я говорил, что... Вот я не хочу Антананариву захватывать. По той хотя бы простой причине, что Канада не может же городам-государствам войну объявлять. Я совершенно забыл. Так что нам надо союзить Антананариву и вот этот бонус 2% к культуре. Но прежде еще театральные площади бы построить. Короче, тут столько всего надо поделать. Драму и поэзию. Ну и тут я шел в теологию. Вот эту карточку. Бонус для соседства священного места, чтобы производство получить еще больше. Так, и Монреаль пока не может никуда расти. На производство переключаем. Все, давайте этого дуболома-то тоже... Че он там стоит в этом городе? Он мне там не нужен. Блин, а тут надо аккуратно. Вот этот скаут может поселенца-то захватить. Надо смотреть, куда он побежит. Так, сменять будем курсы. Производство во всех городах, но поселенцы нам точно нужны. Выкуп клеток тоже, наверное, пока оставим. Создание строителей. Строителей вообще нигде не строю. Писатели, ученые, первый посол. Я хочу вообще первого посла. Вообще у меня уже три. Слушайте, а давайте поставим, наверное, первого посла и отправим в Хатусу, Наланду и Антананариву. Это все дополнительная наука и культура в ход, в любом случае. Там через 5 ходов мы обратно это вернем. Видите, по 2. Понять великого торговца, озарение для судостроения. Кстати, а вот это тоже можно выполнить. Это 2 галеры озарения. Одна у нас уже есть. Может, в Торонто галеру? Блин, надо было, конечно, тогда... 7 ходов. А мы уже через 5 будем менять. Хорошо, так она стоит... 260. А если я тут куплю, за 155. Я еще на что-то хотел деньги... сохранить... Ладно, давайте просто купим вторую галерею. Просто, понимаете, выполнив это задание, мы тоже в Акаде 2 посла получим. То есть у меня карточка будет работать. Видите? 2 посла в Акаде. Тоже неплохо. Это тоже производство для военных юнитов. Может быть. Пускай будет. Так, вот этой галерой можно сплавать повоевать. Хотя бы попрокачивать ее. Да, приветствуем делегацию Бразилии. Явно мы будем союзиться с Бразилией. Тем более, что тут даже морские караваны могут бегать. О, это хорошо, что он никуда не пошел. Отлично. Блин, тут не пройти. А как они воюют тогда? Тут такая странная территория для войны. А, я вспомнил, я хотел святилище купить. Ну, на святилище у меня есть деньги. Там 280, по-моему, да, стоит. Нормально, на святилище деньги есть.
Ну точно, вот тут надо заселять, вот точно сюда надо. Я даже, наверное, вот этого поселенца сюда поведу. Правда, я сомневаюсь, что Бразилия прям там... Просто тут хуже места, чем вот это. Тут мне точно нравится. Значит, Антанариву мы захватить не можем. Так, значит, сколько у нас уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все еще отстаем от этих ребят. У Кри. Не, у Кри тоже семь. У ацтеков семь. И у Бразилии шесть. Но все равно надо дальше еще расселяться. Плавать мы еще не можем, да? Так, Антанариву никаких есть, да? Великого торговца. Вряд ли получится. А вот, смотрите, вот тут тяжелая колесница и торговый путь. Вот это выполнимо, да? Так, деньги, наверное, отложим пока, потому что торговый путь мы сделаем. Блин, стрельбу из лука не хочу. Это обработку железа. По-моему, у нас где-то тут железо в итоге вроде бы должно быть. Ну ладно. Или оно все у... Да, наверное, железо мы как раз ускорить не можем, поэтому можем открывать спокойно. Монтесума готов китов продать. Ага, кстати, можно что-то купить. Видите, уже плюс 3 стало. Да, можно покупать. Давайте смотреть. У нас всего по одному, поэтому 16 и 2 вход. Что вот меньше всего? Вот получается шелк, 15 и 2 вход. Нормально. И киты, видимо, 22 и 2 вход. Ну, вообще, можно и последнюю тоже принять. Я еще не скоро обработаю свой чай, поэтому я думаю, нормально. Плюс 4. Просто это, понимаете, это все плюс 10%, например. Что лучше бы плюс 5 иметь, но это уже пока невозможно. Так, по Монреале монумент. Строителя делаем. Не хочу покупать за веру строителей. Потому что на миссионеров хочу оставить. Вот это вот все довольно быстро обратится. Хотя это может и сейчас обратиться, потому что у нас Оттава сейчас очень сильно... Ну, мне бы не хотелось, чтобы города обращались до того, как мы выйдем в темный век. Так, бонус соседства для... Так, сейчас поставлю вместо землемеров. Только надо решить, точно ли нам никакую клетку не... Вообще, я бы выкупил, например, вот эту. Блин, 60 стоит. Тогда, наверное, нет. Тогда, наверное, нет. Не хочу. Слишком дорого. Зато вот тут, видите, у нас уже 12 производства. Так, как мне этого чумохода поймать? Задолбал бегать. Ну, минус лагерь. А где вот кораблик варварский? Лагерь сейчас заберет. И Бразилия, и там кто там еще пришел. Антананариву, походу. Так, и у нас есть... А, я молодец. Не поменял. Черт. Давайте военную традицию тогда откроем. Но это я тупанул в очередной раз. Первый посол не поменял. Да. Клан трех парусов уничтожен, но где-то кораблик тут от него бегает. Темные века
Канады во средневековье и берем исход евангелистов. Каждый город, обращенный в основном религию, прибавляет плюс 2 очка к счету эпохи. Вот это вот все должно быть, должно очень быстро обращаться. Значит, давайте сразу святилище покупаем и, собственно, миссионера 150. И идем вот эти города в первую очередь обращать. Торонто должен сам как-нибудь уже обратиться. Так, из Оттавы. Потому что поселенцев там строим. Наверное, в Виндзоре постоял, полечился. О, гавань можно. Вулканы недалеко от меня. Наска хочет, чтобы его обратили. Ну, Акад вряд ли мы обратим, а вот Наска вполне выполняемо. Ну что, у них война все еще идет? А, нет, они уже замирились. Ну, конечно, странно было воевать, честно говоря. Такая территория. Мне даже интересно, из-за чего у них подгорело. Так, что-нибудь уникальное Канады мы, наверное, не сможем, да? Уникальный юнит не сможем. И уникальное улучшение. Возможно, кстати. Так, давайте тут проголосуем за нашу религию. И юниты плюс 5 к боевой мощи. Ну, мне вообще как бы на самом деле здесь пофигу. Я даже не знаю. Давайте разведку. Видите, никуда не вкладываю, потому что... Что первое, мне все равно. Я ни с кем тут не дерусь. Так, плюс 10 к синтоизму. Это точно... Это даже не кри. И плюс 5 к ближний бой. Ну и нормально. Так. Вот это плюс 2 к влиянию ставим. Блин, может на... Давайте, наверное, на строителей поставлю. Так, больше всего... Ну, вообще у нас есть задание на караван, но у меня, видите, не добегает. В Наланду, что ли, караван хотел? Нет, в Хатусу. Хатуса что дает? Дает 2 единицы стратегических ресурсов. Ну, не особо, честно говоря. Я бы, наверное, в Торонто отправил, потому что тут появится гавань, и она еще еду даст. Так, деньги открыли, в средневековье вышли. Этот сюда идет. И миссионер. Так, тут через 6 ходов, через 9, через 8. Пошли Гамильтон, наверное, обращать. Гамильтон, потом Антананариву. Они за счет этого будут сильнее влиять. Я бы, наверное, еще миссионера сразу сделал. Блин, а куда же делся варварский корабль? Странно. А, как вот эта вот клетка получилась? Извините. Что это за читы какие-то? Продолжаем поселенцев. И дальше, наверное, так, два кампуса. Строительство. Строительство вообще можем открыть? Водяную мельницу. А, тут еще вот это все надо. И, наверное, судостроение давайте откроем. Или вообще ученичество. Нет, ученичество тоже через верховую езду. А пастбище... Пастбище вообще возможно. Ладно, давайте, наверное, лучников в ученичество пойдем.
Ну и здесь строительство. Кстати, вот мне интересно, этот хоккейная коробка там имеет бонус рядом со стадионами, но это в развлекательном комплексе, а рядом с морскими вот этими, есть ли такой же бонус или только вот именно с наземными? Давайте смотреть. Плюс 4 при соседстве со стадионом, значит только стадион. Только стадион. Блин, ну, Кате, можно подумать, где-то здесь развлекательный комплекс поставить? И все хоккейные коробки Оттава, Ванкувер и Торонто вокруг этого... То есть, например, если я сюда ставлю развлекательный комплекс, вот так, то хоккейная коробка здесь имеет... Ну, он не может посчитать, потому что тут нету стадиона. На самом деле плюс 4, сначала плюс 8 будет. Плюс 8 культуры. Здесь плюс 7. И здесь тоже, наверное, плюс 7, да? Ага, плюс 9. Мне кажется, вот так имеет смысл сделать. Тут вот, например, хоккейная коробка тоже неплохо будет давать. Но без развлекательного, просто плюс 5. Но я тут точно не буду развлекательный комплекс со стадионом делать. Мне кажется, вот так интересно будет. Ладно, я подумаю. Пока пускай меточки стоят. О, уже видите, в мою сторону Ацтек ставит города. А, блин, слушайте, я не посмотрел, а что там прошло? А, не, посмотрел. Город государство не принято, военный кризис принято. Кстати, очень быстро летим по... Хотя 700 до нашей эры уже в средневековье. Да, наверное, очень быстро летим. Это спасибо, несомненно, Вавилону. Тут уже не пишет. Ну ладно, мы Гамильтон обратим, это 100%. Просто эти города с одним жителем, с двумя, они должны быстро сами обращаться. Знаю, этим давайте, может быть, в Монреаль заглянем. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Как у них тут по лояльности? Ничего не отваливается, да? Ну, кто-то должен акад забрать. Я думаю, что это... Крис делает. Хотя он у акада купил юниты. May the forces of evil become confused. Я вообще могу храм Артемиды. Слушайте, может на месте камня храм Артемиды? Его ж никто еще не построил. 6 ходов храм Артемиды всего лишь. О, слушайте. Вот на месте камня храм Артемиды вообще выглядит... Ну, то есть у меня на самом деле три места. Сюда, сюда и сюда. Камень я давно хотел убрать. А насколько он повлияет клеток? У нас каждый лагерь, пастбище и плантация дает счастье. Значит... Лагерь, вот, в четырех клетках. Раз, два, три. Плантация. Пастбище. Плантация. Лагерь. Ну, нормально. Три, чего-то, да, это немножко не дотягивается. И раз, два, три, четыре, еще до этой. Но, в принципе, очень неплохо. Я думаю, что надо пробовать. Надо купить будет рабочего.
260. Ну, или, ну, короче, поселенца мы пока строим. Так, пока некуда пройти. Не понял, почему оно открылось. Короче, что он мне что-то предлагал, но я даже не увидел. Так, в Оттаве мы чисто на производство переключились. Тут стоим. О, Ватикан, слушайте. Ватикан крутой. При активации великого человека распространяет 400 влияния вашей религии. Ну ладно, у меня пока нету великих людей для активации. Ну, это вообще тоже крутая. Блин, а можно мне тут как-то пройти вообще? Наверное, тут... А, подождите, а если у меня открытые границы? Нет, Акад не дает. Обращу Монреаль, пойду вон к Антананариву. Храм Минакши построили. Не знаю, почему компьютеры не любят храм Артемиды строить. Они, наверное, не очень соображают, насколько он крут. Не могут просчитать, типа, там, по своим ресурсам посмотреть. Блин, еще бы, конечно, Колизей был бы неплох. Всем городам в шести клетках довольство добавляет. Блин, может здесь Колизей построить тогда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Действует. Четыре, пять. Не дотягивается. Раз, два, три, четыре, пять. Не дотягивается. Раз, два, три. Нет, не так круто. Не дотягивается слишком сильно. Можно сходить за коляской, тем более, что у нас ГГшка хочет, чтобы у нас коляска была. Так что вот сюда, я думаю, надо идти. О, блин, ну вот это уже фигово. Вот это мне уже не нравится от Ацтека. Фигня. Три с половиной культуры от верования идет. Ну, пока слабенько, но я надеюсь, в будущем больше никто религию не основал. А, уже синтоизм появился. Хотя синтоизм только появился, и сразу за него проголосовали, типа... Еще две религии. Кто-нибудь набивает? Вообще больше никто не набивает. Монреаль бежит. Ну, тут нормально у меня, на самом деле, города стоят. Очень быстро все выросли до 4-5. Да, вот это мне не нравится. Ну, тут тоже надо будет все равно города ставить. Не знаю, если я успею здесь город поставить, то этот явно по лояльности должен будет отвалиться. Да, кстати, будем менять, нет? Что-нибудь... Не, наверное, не буду пока.
Мне бы, конечно, пастбище сделать, тем более, что у меня есть где. Для этого надо рабочего купить, который должен здесь по пути камень убрать. Слушайте, давайте что-нибудь продадим. Вообще ни одного стратегического ресурса не накапливается, то есть продавать мне нечего. Ладно, у нас три хода есть. Не, туринцу. Давай ты больше никогда не будешь у меня просить туринскую плащаницу. Дальше, право прохода. Однократно 16 вход за 23. В принципе, наверное, можно согласиться. Мне как раз нужна денежка, чтобы быстрее рабочего купить. Так, верховую езду откладываем. Давайте судостроение, чтобы можно было плавать. Обработку железа тут пока... Я не вижу, чтобы я куда-то хотел идти. Так, Гамильтон обращаем. Три хода, 14. И это все, напоминаю, мне очки дают. Я же просто за обращение обязательно миссионерами. Каждый город обращенный в основанную вами религию, неважно как. Пойду, наверное, этим миссионерам Наску обращать, потому что там задание. Надо, кстати, тут проплыть, посмотреть. Да, как-то очень интересно. Карта, то есть, каким-то таким буквой А получается, да? Вот, и вот на этих ножках тут Кри и Бразилия. Что там на других континентах? Боюсь представить. Но мне вот эту вершину буквы А, несомненно, надо полностью занять. Ну, вот этот поселенец я сюда веду, и пока у нас получится больше негде ставить города. То есть вот этот у нас дойдет сюда. Не должна тут вроде Бразилия слишком много. Вот это место уже бразильское. Не буду его занимать. Так... Тут, значит, вообще 6 ходов обращения. Пошли лучше в Наску. То есть мне надо где-то везде немножко бросить семя иудаизма на благодатную почву. И дальше уже само. Так. Можно предприятие открывать на сахаре. Отлично. О, тут проплыв куда-то. Кайф. Какие-то острова находим. Правда, они бразильские скорее. Ну что, может быть, собрать здесь рыбу лучше и сюда поставить гавань? Так, чему тут еще можем? Кампус на плюс 3 имеется. Наверное, амбар давайте пока. Город не растет нифига. Пока растет, потому что я плантацию поставил. Это добавляет жилье. Блин, канадцы уже хотят хоккей играть. Хочу в хоккей играть. Так, реформация продвинулась, потому что уже много городов в нашей лиге. О, в Торонто появилось производство. Зашибись. 12 производства. Плюс. Так, этот... Ну вот игра тут предлагает, в принципе, наверное, да. Надо сюда и ставить.
20% роста и 3 жилья в городе владельца. Кайфовое. Ну, я все равно только здесь могу. У меня только тут сахар. Что, особо выбора нету, но вообще крутая штука. Амбар все равно продолжу строить. Что он дает еще 2 еды, чтобы быстрее создавалось. Я, наверное, вот эту рыбу сейчас соберу, сбегаю. Или, блин, лучше ферму сделать, чтобы быстрее росло. Это еще какой-то другой морской призрак, другой какой-то варварский клан. О, мототипила. Что делает? Дает плюс 1 веру, 1 производство на соседних клетках. Ну, такое. Средненькое чудо. Так, предприятие. Нашли чудо. Можно продавать сахар, но мне у них... Не знаю. Мне вот за это не... А, стоп, блин. Я забыл купить строителя. Ладно, наверное, ход отложим. Если 5 ходов на стандартной скорости, то считайте 2,5 хода на сетевой. То есть у меня очень много производства в Оттаве сейчас. Блин, а он... Я не вижу, там 2 хода или 3? Да, похоже, здесь, типа, он тут заканчивает ход. Так что нету смысла на один ход откладывать. Ладно, давайте монумент построю, один ход. Не помешает. Странно, почему... Ацтек не сюда город ставил в первую очередь, а вот так ставил. Хотя тут, ну, тут ресурсов не так много. Там, конечно, 4 кукурузы, зато тут есть гипс. Ну, в чем-то есть поинт, чтобы сюда поставить. Не, наверное, соберу рыбку все-таки. По холмам возьму. Никого еще не встретил больше, да. Ну, то есть на нашем континенте вот мы вчетвером. Да, вот теперь откладываем производство, потому что будем вырубать камень под Артемиду. Ой. А почему я больше урона получил? Фига себе. Так, а Галифакс когда обратится? Антананариву 2 хода. Блин, там еще буддизм пришел сюда. Ах ты, тварина. Наску мою в буддизм обратить пытаешься. Так, еще ГГш. Неизвестный игрок побежден. Охренеть. То есть у нас минус цивилизация, прикиньте. Вау. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вау. Как вы думаете, кто кого вынес?
Эти форталезу. Так. Собираем три хода храм Артемиды. Дальше мы пойдем лошадей обрабатывать. Так, тут собираем... Да вы прикалываетесь. Так, хорошо, я вовремя заметил. Поломали мне все производство. Кстати, тут приятное место, но... Явно лояльность, да, лояльность от Бразилии. Я не смогу удержать этот город. Но там место приятное, и уверен, что Бразилия... Так, вообще валим отсюда чуть-чуть. Я поплыл исследовать. Я уверен, что бразилец там город... Ну, не скоро поставит, скажем так. Таруга. Кстати, у нас дофига научных ГГшек. Оборонительная тактика. Как можно получить вдохновение для оборонительной тактики за Канаду вообще? Когда мне кто войну объявит здесь? Нет, пока никуда не отправляю этого одного посла. Да, Артемида будет имхо в Оттаве очень в тему. Так, всем можно грузиться на корабли. Дальше. Вот 100% для оборонительных этих можно стены построить, чтобы инженерное дело ускорить. Наверное, можно поставить эту карточку. Давайте, наверное, вместо поселенцев. То есть так ставим и так. Не знаю пока в каком городе буду стены строить. Так, вот мы к лошадкам бежим. Больше проплыва нету. Тут непонятно. Так, тут возвращаемся. Никуда не посылаем. Еще один не... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Нет, это уже было. А нафига мне два раза? А почему второй раз показывают, что он побежден? Ну что, пора Пингалу, да? Пингалу в Оттаву, а Магнуса, где мы что можем вырубать, что-то будем, нет? Нигде ничего? Хм. Луга. Что-то реально негде Магнуса использовать. Ну, давайте в Виндзор. Вдруг я... Так, значит, Пингалу в столицу. Вдруг я за деньги буду покупать где-нибудь тут поселенцев, как раз вот из Виндзора ближе всего. Или вообще вот в новый город, который тут дойдет, там поставим. Так, что дальше? Ну, наверное, пошли уже в службу. Два кампуса мы не скоро построим. Я вообще даже не знаю, когда буду кампусы еще строить.
нету проплыва. Так, а что это строится? Килвакисивание. Килвакисивание не страшно. Главное, чтобы не храм Артемиды. Есть священное место. Это у нас 12 производств. Ну, надо что-то на рост, поэтому амбар. Ну, конечно, стоило бы обработать тундру. Тоже надо, наверное, этих отправить рабочих. Ну, зашибись. Красота. Оттава растет. Так, вот здесь надо купить клеточку. 130, да, я понимаю, но оно того стоит. Верховую езду открыли и дальше поехали в ученичество. Так, наверное, стены все-таки в Оттаве построю, просто тупо, чтобы быстро это было. Два хода. Так, что у нас с распространением религии? Надо ли мне миссионер? Во-первых, у нас Виктория, еще должна обратиться и Галифакс. Как минимум. Почему вот ацтеки так круто обратились в буддизм? Они, кстати, теперь вряд ли будут с Кри воевать, потому что у них должны быть хорошие отношения как с единоверцами. А сколько у Кри религии вход? 50. Ну, у меня-то побольше, кстати. Ну чё? Наверное, надо храм строить и апостолов покупать, а не миссионеров. Не, ну тут, видите, точно моя религия выше, больше влияет. С другой стороны, надо бы пойти бразильца обратить именно миссионерами. Ну, апостолы будут где-то 200 стоить, получается, а у меня уже миссионеры 170. Ладно, еще два миссионера, и дальше уже ждем апостолов. Е-е-е, получили коляску и выполнили задание на ланды. Сильная засуха, но это не страшно. Канада, давний противник, лишает их. Слушай, мы вроде с Кри не воевали, что-то я давний противник. Вроде ж недавний противник. Так, что у нас еще осталось? Положить торговый путь, нанять полководца, обратить в веру, нанять великого торговца. Все пока невыполнимо. О! Я говорил, что бразильцы тут будут. Ну, очень, конечно. Ну, вообще, с другой стороны, железо, два слона. Так-то, в принципе, красиво. Сюда к бразильцам отправляем. Даже прям в Рио-де-Жанейро. Как столичный регион обращал бы. Так, значит, этого еще раз рыбу убирать. Этим. Не знаю, пойдем чай обработаем. Да, предприятие по чаю придется только в Гамильтоне ставить. Ну и только возможность в Гамильтоне. Но там вроде и кампус должен где-то неплохой встать.
Так, правительственная площадь, храм. Ну, наверное, храм надо. Или рабочих вообще. Пока. Давайте строителя. Много еще обрабатывать, что требуется. Так, можно продать паудмейкеру сахар и лошадей. Две лошади. Не, ну подождем, когда больше, на... или принять. Давайте, наверное, примем. Сахар не хочу. Да, очень хороший мод на быстрые сделки. Реально. Блин, страшно, конечно, мимо вулкана ходить, но пока вроде... Работает. Так, собираем рыбу. И после амбара будем здесь гавань делать. Да, тут уже не проплыть. Правительственную площадь, где бы мне организовать, непонятно. В Гамильтоне. Так, давайте вот глянем здесь кампус, где возможен. Плюс 2 только, да, вот здесь и здесь. Гавань на плюс 3. Ну и священные места тоже на плюс 2. Ну, я бы священное место, наверное, ставил. А, подожди, так вот тут у нас еще плюс 3 кампус может быть. Но рядом... с вулканом. Сорок четыре хода. Ладно, ставим, но тут надо как-то будет производство поднять. Вообще, вот поэтому и надо строителей делать. Мне надо. Я города-то поставил. Теперь в них производство надо поднимать. Так, надо дружбу с Кри. Ну, блин, это, наверное, испортит отношения с Ацтеком, нет? Так, это лагерь появился. Так, вот это можно поменять. Кстати, это тоже внутренний. Ну, я сейчас поставлю последний город, и можно будет изоляционизм еще сделать. Двумя и более районами. Или выкуп клетки. Ну, строителей так есть, блин, инсул. Давайте пока инсулы. Блин, вроде... Ну, блин, вроде и так нормально с жильем. Блин, мне надо было город поставить и поставить изоляционизм после этого. Опять тупанул. Тупим безостановочно. Так, ну тут пингалу повышаем, и причем на... Или... Нет, на культуру. Так, довести до 10 вполне возможно с моей оттавой. Вполне можно до 10. Так. Фермы ставим. И продолжаем рабочих там делать. Так, а тут я гавань хотел.
В Ванкувере амбар. Растем. Давайте тоже строителя, что? Там производство же дофига у нас. Так, надо с Бразилии открытые границы. Да, там, наверное, проплыва не должно никуда быть, если Кри никого не встретил. Ацтеки протестуют против появления Шербрука. Блин, Шербрук аж 2 очка дал нам. Так. Не, ну мы героически точно выходим. Еще, видите, даже отсчета нету. Я, вот даже если бы уже был отсчет, я был бы уверен, что мы выходим, потому что я вижу, какие города я еще могу обратить. Да, поищу в другом месте, потому что я тут больше не планирую города ставить. Ну а Теаю, я надеюсь, будет отваливаться. Пока он в нормальном веке, а я в темном, но я все еще буду в героическом, а он максимум в золотом. Так. Давайте как раз из Шербрука отправим. Так, тут продолжаем. Фермы. Здесь я удалю болото, тоже ферму поставлю, чтобы четверочка. Но, по-моему, правда, не троечка, точнее. Но, по-моему, не работает. После феодализма только будет работать. Поэтому я фермы и ставлю. Это у меня уже 3. Кораблями надо вернуться и будем ждать каравеллы, открытия. Какие у нас вообще доступные пути в плане золота? Так понимаю, к Бразилии. Блин, или подружиться с Кри. А, уже дружелюбие у ацтека, да, давайте подружимся с Кри. И, наверное, я все-таки отправлю делегации и туда, имею в виду. И в Бразилию, и в империю Кри, чтобы информацию получать о том, что там происходит. Ну, святилище, наверное. У нас в Наске... Нет, пока 2. Ну, короче, нам надо полностью забить послами Наску и Ватикан. В принципе, можно взять первый посол, чтобы в Ватикан отправить. Ну и храмы мы строим. Так, Калифакси монумент. Гавани везде по плюс 2. Ну я бы в эту сторону делал, потому что... Чтобы варвары не грабили, если приплывут. В Винзере монумент. Да, у меня коммерческих районов вообще практически не будет, получается. Морская цивилизация. Ну, вообще, Оттава получилось реально находится там, где и есть. На севере континента, правда, который на стыке Южной Америки и... И хрен пойми название. Кумари-Кандам. Южная Америка, блин. Конечно, она тут южная. Вообще нифига не южная. Да, но мне надо именно бразильца обратить в первую очередь. Еще лагерь варваров морской. Так, этот вот Тава у нас. Это чисто пока для прокладывания дорог, конечно же, а не для развития. Все, чаем можно уже...
скрине торговать получается. Давайте, наверное, сюда пойдем лесопилку. Хотя, все равно, он удалит сейчас болото, я лучше сюда пойду, ферму сделаю. Так, куда-то поплыл поселенец. Я думаю, кстати, сюда возможно. Сейчас глянем следующим ходом. Я бы еще строителя пока сделал. И потом уже храм. Так, смотрим. Куда поплывет? Да, туда. Там, конечно, отличное место. Представьте, на что способны блестящие умы моего народа. Можем Паундмейкеру и Монтесуме продать чай. Вход. Ну, блин, ацтеку продавать, чтобы у него сила увеличивалась. Понятно, что если он мне объявит войну, то эта сила исчезнет. Ну, не знаю. Так, 5 ходов до 10 жителей. Госслужбы надо будет отложить, понимаете. Наверное, фермы пока поделаю, чтобы Ванкувер рос. Ну, наверное, еще строители. Тут производство же дофига в этих городах. Или святилище, подождите. Тут вот 3 заряда еще. Тут обработаю, тут крабов. Не, вообще надо еще строителя, да. Потому что эту клетку можно вроде, эту. Пока непонятно, где что я буду ставить. Еще метеоритный дождь прилетел. Отлично. Интересно, я могу миссионерам это за, по-моему, или да? Нет. Тогда идем сюда прачником. Лес обработаю, потому что он в тундре находится и дополнительно. Вообще надо вот эти клетки бы повыкупать для тавы, их в первую очередь обработать фермами. Так, госслужбу откладываем. Давайте военную подготовку и поставим карточку на выкуп клеток. О, так у меня уже 6 ферм есть. Ну, все равно сначала военную подготовку. Блин, или открывать феодализм. Все такое вкусное. Так, ну, инженерное дело. Раз у нас уже ускорено, непонятно пока куда-то акведуки ставить, промышленные зоны, вот это вот все. Ну, выглядит так, что промышленная зона вот сюда становится сильная. Соответственно, сюда акведук. С другой стороны, мы не будем спешить с промышленной зоны, потому что у нас дофига производства от священного места. Я бы уже лучше кампус ставил или театралку. Да, пошли, наверное, туда.
через один ход это добавится, как раз обработаем, а выкуп 60, ну, дешево будет стоить. Так что не буду я карточку ставить. А раз не буду карточку, то пошли в феодализм лучше. Манаус может сам обратиться. Ну, шли просто вот прямо прямой наводкой в города Бразилии. Тут Кри расселяется. Ну, приблизительно у нас континент понятно, как поделен. Так, ну пора храм. Пора храм для того, чтобы Наска и Ватикан веру начинали нормально. Вот до трех довести, видите, плюс два в каждом храме. Да и втором-то храм. Еще коляска. Да, с этими, короче... С метеоритами мне везет. Я вообще не понимаю, как метеорит дает вам тяжелую колесницу. Как будто там пришельцев вы нанимаете на службу. Хотя, может, Мачу-Пикчу попробовать. А, она уже построена, походу. Что, мы лесопилки не открыли? Вот, блин. Ошибка. Да, что-то лесопилки отложены. Мельницу. Ну, давайте, наверное, их. Водяную мельницу я вообще могу в Оттаве, например, сделать. Вообще-то могу, но смысл тут нету никаких. Скорее в Монреале надо. Да и то. Не знаю, что-то жалко ее строить. А что-то не проплыть. Не хочется водяную мельницу. Возвращаемся. Очень много этих атеистов в Рио, поэтому так тяжело обращается. Ну, Манаус сам должен обратиться. Виктория уже обратилась. И Шербрук, я думаю, должен сам обратиться. Да, в иудаизм, а не в буддизм. На Ланда, видите, уменьшается влияние. Так, следующим ходом 10 населения в Оттаве, отлично. Это значит, что мы гражданскую госслужбу откроем и можем союзами, кажется, уже. Должны же в союзах быть. Фига уже тут эти ребята возрождения Кри и Бразилия. Охренеть. Так, ну тут начинаем святилища и храмы делать.
Ну и до легендарочки у нас 3 очка, 3 очка эпохи осталось. Как минимум Сальвадор мы обрали. Ну, короче, уже мы, можно сказать, в легендарной эпохе. И до конца, я думаю, 17 ходов. То есть, когда вот 10 начнется отсчет, тут не будет больше, чем 17. Потому что там Вавилон летит по науке, очевидно. Довольство в городах с гарнизоном. Наверное, пока ничего не меняю. А, нет, изоляционизм ставим, конечно же. Да-да-да. Так. Союзы возможны. С Кри возможен. С Бразилией возможен. Давайте, наверное, с Бразилией... Экономический. Ну, окей. А с Кри, блин, а может с Кри не заключать, потому что с Кри может Ацтек воевать, хотя у него хорошие отношения. С другой стороны, Ацтек может со мной воевать тогда, Кри. Может военный заключить все-таки? Наверное, стоит военный союз с Кри. Я подумаю еще, но, наверное, я сейчас заключу военный. Фарусский маяк Кри построили. Блин, я тут проплыву, интересно. Но это же не морской, да? Так, новые строители больше получают. Да, это надо ставить и строителей строить. Божественное право я за счет чего ускорил? А, за два храма. А стремя. Социальный институт феодализм. Окей. Так, здесь сюда, наверное. Все. В легендарной эпохе. Ну, я дальше миссионером чисто поисследую. Так, уже получаем 13 культуры. Манаус обратится, Шербрук обратится. Сколько стоит апостол? 400. Ну, может, укрепим религию тогда? Ну, то есть, прям распространять мне сейчас не особо хочется. Так, могу кампус строить. Не, во-первых, мы сейчас строим строителя в любом случае. Давайте, наверное, укреплю религию. Почему-то мне хочется укрепить. Дальше в Наску до 3 доводим. И надо первый посол в Ватикан. А, блин, я сейчас сменил уже. Черт. Как всегда. Ладно, тогда давайте пока монархию открывать. Строителя. Блин, мавзолей в Геликарнасе выглядит тоже неплохо. Это сюда. Жалко, просто любые клетки тундры мне жалко занимать какими-нибудь строениями. Слишком мало тундры выдали этой Канаде. Блин, убьют мне скаута, походу. Так.
Блин, а может прокачать вот это снижает влияние и пойти города ацтека очистить от буддизма? Вот это мне реально больше нравится, чем прям укреплять. Давайте так и сделаем. И за ним отправим... Блин, я бы сейчас еще апостола... Может, давайте еще апостола возьмем? Вдруг там с утроенной силой будет. Это вообще будет огонек. Так, тут ждем один ход. Это же армия какая-то есть, чисто, правда, собранная со шмёток всяких. Блин, 802 силы? И ко мне... Ладно, надо военный союз. Скри на всякий пожарный. А, тем более мы карту увидим же, если мы скри союз заключим. Точно. Да, очень, очень странный у нас континент сгенерировался. Вильнюс еще есть. Я уважаю тех, кто не боится миру заявить о своей дружбе. Ну, если ацтек нападет... то у нас хотя бы плюс 5 будет. Да, минус скаут. Тут я... Тут я тупанул в очередной раз. И потерял скаута, который столько сделал для Канадской империи. Ну что, смотрим... Два раза. Да, с утроенной силой. Зашибись. Так, поехали в Теяю. Сейчас попробуем полностью вот тут. Не знаю, может мне... Тиночтитлан всего 4 жителя. Как-то не особо растут города ацтека. Наверное, Сан-Паулу надо обратить. Ведь мы тут все видим. В общем-то, чем быстрее обратиться в иудаизм, тем лучше будет дальше сильнее влиять. Так, что дальше? Математика. Ну, давайте обработку железа откроем. Потом стремя. Ванкуэль, святилище, храм. Пускай на рост стоит максимум. От культуры, но очень мало. Ну, вообще, знаете, по науке вот от этих не сильно я отстаю. Это не так страшно, как помните, бывало 20 науки, а там 200. Что-нибудь такое. Я вот думаю, что я даже Теаю пропущу. Я сразу, возможно, с Шачикалька и Тлак... И вообще с Хатусы начинать обращение. Так, вот тут я бы пошел уже, наверное, вырубать под кампус. Я бы здесь кампус сделал. Строителей пока продолжаем.
Этот идет сюда. Терракотовая армия. О, шелк и киты закончились. Так, давайте с Монтесумой киты за сахар. А укри, по-моему, купить надо будет, да? Да. Быстрая сделка, купить. Ну, вообще дешево. Да, вам не кажется, что компьютеры слишком дешево ресурсы роскоши продают? Реально. Они стратегические намного дороже, хотя от ресурсов роскоши тут очень много зависит. У меня плюс 2 довольства, правда. Но у меня и городов дофига. Блин, надо вообще укреплять религию. А вот кто-нибудь вообще укрепил? Православие укрепили. Протестанты вообще полностью. Так, там что-то не меня касающееся голосование. Гуманитарная помощь кому-то. Монархию открыли. Стоит ли принимать монархию? Вот в чем вопрос. Конечно, 50% очков влияния типа для Канады круто, но оно, у нее-то и так пока мало. То есть 50% к чему? А вот 15% великих людей и жилье и довольство в античной республике мне больше нравится пока. Я бы, наверное, в теократию скорее пошел. Так, и мне политическую площадь надо... Что-то уже... Мне кажется, где-то здесь ее надо делать... У Оттавы тут нету какого-то соседства. Вообще не вижу. Но, наверное, уже в следующей серии, я думаю. Эта серия длинная получилась. Интересно, так в средневековье. Ну, вообще, очень необычно все получается. Посмотрим, что дальше будет. До средневековья осталось, я думаю, 11... Ой, до средневековья, до возрождения 11 ходов. Нам бы в каравеллы и найти Вавилона, ужаснуться, как Вавилон улетел. Там, знаете, уже эти космопорты строят. У нас 25-й год до нашей эры еще только. До нашей эры. Ладно, продолжение в следующей серии. Спонсоры могут ее поискать прямо сейчас уже во вкладке сообщества. Спасибо, что поддерживаете большое. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина, Россия будет свободна. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.